какой-то части. Ну, без шуток. Оперу заэрэлишь, нахуй? А без шуток, когда нет. Я вам оперу заэрэлю, вообще круто, блин. Я хочу оперу. Короче, завтра ЦЛК 10 гер необходимо прийти людям, желательно тем, которые не были в рейде, и тем, которые были, тоже постараться, чтобы больше людей были с допуском. Я на вот сюда на закрыл, блядь. ЦЛК, это, ЦЛК, блядь, ВРС 10 гер, чтобы был доступ, чтобы посмотреть на 4 лезвия людям. Там, сука, моя баешка на ебаном, блядь, лачудане лежит, нахуй, который я не могу передать, блядь. Ну ты забери одну баешку с ЦЛК, да, всё. Так и гоу, нет пана и майского. Если не понимает сумму, погнали. Гуляй. Давайте, Аллах Акбар. Пробафайте, пожалуйста. Сука! Рывок в труп, блять, покинуть тело, блядь. Я пан тупо подставил. Да он такой. Геру давайте. Надо отходить, миксуру еще. Не надо. Я в зелененьке стою на уже не надо. Пусть хилят, не дайте надо. Геру надо. Отдали уже Геру, чё? Так, мне лично. Кстати, ГП там. Ты чё такой сегодня злой, ты мне скажи, что у тебя в жизни случилось, да? Ты чё, ебанул? Всегда так. А ты в воскресенье подрочил не в своей руке. Микстурку будешь в воскресенье? Думаю, да. Скажи не. Ну смотри, вот, может, если такого... погибель убивать, да кому, давайте лучше ночью эту кару. Я ночью релить не буду. Кловоряску куда спать сейчас? Босса кайтить надо вообще-то, ребят. Только не танком кайтить, соответственно. Чё я от этих волков? А, мне сегодня пиво писал, радовался, нахуй, хвалился, что он убил, нахуй, этот, блядь, как он, Вайщи. Говорю, с другой гильдии, да, да. На хлебник. Я, если не ошибаюсь, у него уже персы в иллюзионах у этого пива. Ну, вроде да. В смысле? Там, блин, еще к нему или что? Его персонаж в иллюзии. Снял боб. А вам не насрать на него разве? Да, насрать, конечно. Мне насрать только на тех, кто говорит ГДК, блядь. А что, БДК? Что? Ну да, только с буквой Г. Это что, говно ДК? Да. Да. Это же надо было так придумать, блядь, я и б... Потом плакать, блядь, нет лаграс, сука. Била по 18к в танке, ну. Ну тут Т4, просто вот у БДК очень легкая ротация. Она везде легкая. У БДК ротация? Основной, вот основной иронический, ты можешь даже тупо сразу, грубо говоря, какой первым ударом не зачем. Здесь основное, вот в Т4, это иронический удар агро идет.
Это потом у всех, блять, рунический идет нахуй. Смотри, ударом. Он срабатывает после того, как ты уклоняешься, либо парируешь удар. Да, а в Т4 он тупо работает, 20 рун набирай и сразу бей. Не надо уклоняться, ничего. То есть вот, бля, это преимущество Т4. Нахуй? Все равно он в макросе стоит. Ну, у кого макрос, у кого бинды. В смысле? Руник, ну, всегда же если он, удар. Если он у тебя не стоит в макросе на скиллы атакующие, то тогда ему придется нажимать, а это лишняя кнопка, а это нам не надо. Мы просто выставляем на панель одну ЛПшку и туда записываем рунический удар и нажимаем ПКД эту кнопку, и все. Просто если ее ПКД нажимает, то у тебя может быть такое, что тебе рун не хватит. Да это похуй вообще. Нет, это пиздёж. Не, ну бывают такие моменты, где руны ты потратишь, типа и на незыбку, или на панцирь не хватит. С этим нужно осторожно. Ну у меня в запасе всегда типа есть, если что там всякая хуйня. Ты ДК играешь? Бля, это я играл в своё время ДК. У меня есть ДК, но мне лень его качать нахуй. Ну ты про Т4 говоришь или про цирку? Я про цирку. Тут немножко другое, тут он бьет по КД. Типа не нужно ни парировать, ничего не уклоняться. Тупо набирай руны и бей. Да, вот тупо здесь получается основное агро идет от рунического. Ну, можно макрос написать все равно. Не, ну это я понимаю, но здесь, ну, ты понял, что здесь вообще. Ну, еще овер. Апнуто эти. До хера. Да мало вообще, того. Можно макрос написать, чтобы тебя оставляло руническое, это, блядь. Вообще, я вам чтобы у тебя было, оставалось в запасе. Такую вещь скажу, что ДК 4Т4 лучше, чем ДК 4Т5. Т5 говно босса, да. Не, ну, я бы поспорил, там на Фроста посмотри. 4 штуки. Да Фрост, там Влад бессмертный вообще будет. Ману регенит это там лужа. Да, эти все Т5 сделаны на АУЕ упорно. Везде АУЕ. Из-за того, что краша много, блядь, не нравится. Где лук, пацаны? Сдык дал. А есть у кого КД, ЦЛК десятки, нормал, свали 3? ЕПД. Вот на Вали 3 нету, есть Синдрали. Бля, хуёво. Шарам. Синдралич. БДК там. Я его жестко наебал, не 500, а 10 ЕП. О, Элрей без ЕП, я вас понял. Ха-ха!